By the way, about Poland. Кстати, о Польше. Is there anything... Что там нового? Русские войска по-прежнему продвигаются к границе. Вот здесь, сэр, и можно сказать, к сожалению. Еще в Тегеране я предвидел возможность такой ситуации. А теперь мы стоим перед острейшей проблемой. От маршала Сталина, вам, господин премьер. И никакого письма? Я давно заметил, что дядюшка Джо обожает свои портреты. Это не так просто. Здесь должен быть скрытый смысл. В чем-то он меня опередил. Ну, конечно. Русские перешли границу Польши.